Вось и в остров Сулавеси. Там живе у тропичном лесе, от дождев за все ты росным, буйвол карликовый злостный. Ён Аноа там зовется. Коли только разлуется и на вас наставить роги, утекайте прэч с дороги. Черзернул туды-сюды, да и прэч надал ходы. Полетел у новый край, что ведомый, як Китай. Панда там его сустрел, накормил и обогрел у бамбуковых лясах. Одному де просто страх, где не пройдешь, богу шчар, где один и господар, той бамбуковый медведь. Але треба знов лететь. Починаются у Китая цудогоры, Гималаи, наивысшие на свете, ведают про гэта и дети. Покуль их перелетал, ледь ильдинкою не стал. Так морозно над горами, отмерзают крылы сами. Только у Индии горячей засмехался чиж бядача. Горячинь у лазни нашей кормят рисовую кашей. Тут той сёй такой умеем, заклиная навод змеев. Чиж так само хоча уметь кобры в очи поглядеть. Тут кузяв, як засвистал, заклинальником не стал. Кобра только засипить, чиж на утёке, хоча жить. Утекать, дык утекать, счастья лепшего шукать. Ось и трапил ён на пир, что давал якісь эмир. Сподобалася у эміра, признавался потым шчыра. Ел от пуза, пил, что мог, нібы нейкі птушка-бог. Ну, які, на добрый лад, ён, скажите, азіат. Балявал там день ці пять, ды пора чыжу взлятать. Чыж лятун, не космонавт, ды наведаць вельмі рад космодром. Адкуль Гагарын паляцець у космос мару. Байконур его назвали. С космодрома повзлятали у космичные просторы, как планеты убачить, зоры. Чехи, немцы и словаки, и французы, и поляки, украинцы и индусы, ну, вядома ж, белорусы, ковалёнок да клемук. Чиж под сердце перегрук проминул сибирский край, где для древ хвоёвых рай, и для пихты, и для кедра, у таежных диких нетрах не живе, конечно, зебря. И оживуть олень, вавёрка, барсуковая сябровка. Чыж себе признался мусил, ну, был нас на Беларуси. И, сгадавши свой несвиж, знов пяе под небо чыж. Мой любимый, родный край, ненадолго я, чакай. А покуль летел лунал, что почул, вспоминал. Читала Аистова Анна.